Да. Ой, спасибо вам большое. А, 3 вагона, говорите? А как скоро вы сможете их привезти? О, так скоро? Отлично, я вас люблю, целую. Обязательно вам перезвоню. Все, мне, к сожалению, пора работать. Мой любимый мерч. Вся прибыль. Только от тебя. Расширенная вселенная Звездных войн. Очень хорошо, что в свое время мы отказались от этой гадости и сделали ее только лишь легендами. Но вот я думаю, что, наверное, вот это, и обязательно вот это, мы в наши будущие фильмы добавим. А теперь пора заняться, соответственно, рабочими делами повестки дня. Так, почитаю трудовые договоры. Здравствуйте, я главный художник вашего художественного отдела. Так, у тебя есть ровно 15 секунд, чтобы рассказать, зачем ты здесь. Мы разрабатываем флору и фауну острова, на котором живет Люк. У нас есть прекрасное инопланетное существо, золотой дракон-птеродактиль. Так, человек должен жить в реальном мире. Эти творческие натуры, романтики и художники совершенно не умеют делать деньги. Разве им можно поручить серьезное дело? Жить бы всем этим ребятам под мостом. Дисней не может позволить себе брать таких на работу, а то разоримся же. Основа нашей корпорации – офисный клерк и маркетолог. Зачем человеку воображение? Вместо сердца у него должен быть калькулятор. Зачем комплексный подход? Требует сокращения затрат человека часов на создание планет, зверей и инопланетян. У нас конвейер. Затраты минимальные, прибыль огромная. Ну, Ждуна, у нас есть авторские права? Нет. Так пририсуйте ему груди. И желательно 3. Это сейчас модно. Маркетологи говорят, что появление его в фильме принесет нам большие деньги. А что Ждун будет делать на острове? Он же не умеет ни плавать, ни летать, ни карабкаться по скалам. Ну, у него теперь есть вымя. Значит, его можно доить. Зачем доить Ждуна? Ну, нужно же Люку где-то добывать алкоголь. А еще нам звонили из нашего китайского филиала по производству игрушек. У них там 3 вагона вот этого зверья. Вставь обязательно фильм. Какая мерзость! Не знаю, говорят, порги называются. Но я в китайском не силен. Вставь побольше. Чем чаще видят, тем больше покупают. И пусть они обязательно дружат с Чубакой. Зачем им дружить с Чубакой? Ну, потому что Чубака волосатый. И они тоже лохматые? Ну, разумеется, они тоже лохматые. Вот сама все понимаешь прекрасно. Мне еще нужно делать массовку для казино. Так. Мы участвуем в акции поддержки детдомов для слепоглухонемых детей. Возьми их рисунки. А как же красота, оригинальность, многообразие? Это среди людей должно быть многообразие. Это политическая повестка дня. Инопланетяне в суд не подадут. А там же еще должен быть верховой транспорт. Ты что, тупая? На биржу труда захотела. Вот тебе лошадь, отрезаешь ей голову, лепишь ей оленью, а второй ставишь клыки. На Земле такой нет. Значит, инопланетная тварь. Вон отсюда пошла работать вилкой. И эскиз свой не забудь. Все, художественный отдел сделал работу годовую за неделю. Теперь выпишу себе премию, куплю пиджак с отливом, модный iPhone последней модели и в Майами.